Здравствуйте, дорогие гурманы! Добро пожаловать в мир вкусной и полезной еды. А знаете, что бывает, когда сталкивается густая молочная пена с темным горьким шоколадом и с чашкой эспрессо? Волшебный напиток макачино или мока. Итак, чтобы приготовить чашку мока, я беру горячий айриш бокал и кладу туда 2 ложки шоколада. А теперь варю чашечку эспрессо. Для этого я беру холдер, держатель, и кладу туда 7 грамм кофе. И прессую темпером. Кофейная таблетка готова. Воду надо немного пролить. Достаточно. Вставляем холдер и варим чашку эспрессо. Эспрессо заливаем в стакан с шоколадом. И все перемешиваем. Молоко из холодильника переливаю в питчер. Питчер должен быть обязательно металлический, потому что когда мы взбиваем молоко, мы рукой проверяем температуру. Спускаем пар. Взбиваем молоко до температуры 60-70 градусов. Ну, вы почувствуете это рукой. Несколькими ударами я прессую пену и круговыми движениями отсекаю ее от молока. Наливаю молоко в стакан. Наш кофе присыпаем корицей. Мока, или, как говорят итальянцы, макачино, готов. Обычно его пьют через трубочку, перемещая снизу вверх, чтобы почувствовать всю полноту вкуса. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока!